А ты будешь со мной дружить? Это что за голова на палке? Я не голова на палке, я Манюнин гусь. Гусь? Гусь? Давненько мне гуси не попадались. Сейчас мы с ним разберемся. Кошмар! Помогите! Лиса сейчас гуся съест! Нет, не съест. Вы его спасете? Да, спасу сначала бедного. А потом? А потом съем вкусного. Отойдите! Нет, вы отойдите! Я первая увидела. Нет, я первая. Пусть он сам скажет. А вы будете со мной дружить? Конечно. Обязательно. Манюня говорила, что дружба согревает, а мне холодно. Ты откуда взялся? Я Манюнин гусь. Девочка Манюня меня сама на уроке труда сделала. Она мне даже валенки отдала, а мне все равно холодно. А как ты к нам попал? Меня ветром унесло. Я и так потерялся. Мама, Нюня, а вы дружить не хотите? Хотим, хотим. Съедим тебя. Съедим, вот и подружимся. Разве так дружат? Вы мне голову отольете! Чуть зубы не потеряла! Зато валенки нашла! Мои валенки! Мои! Отдайте! Я ревматичная! Мне ноги в тепле держать надо! Оказывается, под снегом трава живая, и цветы не умерли. Ты кто? Я, Тетерев Терентий, прибыл. Зачем? Не знаю. А кто тебя звал? Никто. А где снег? Холодно. А здесь тепло. Тепло. А вы... дружить со мной будете? А мы уже с тобой дружим. Скорее, спрячьте меня. Я очень заметный. Заходи. Мои. Нет, мои. Мои, отдайте! Отпустите!
дружить со мной будете? А вы будете со мной дружить? Дружить, дружить? Вот заладил. Мы даже не знаем, что это такое. Я однажды дружила с мышью целый день, а потом и съела. Это не настоящая дружба. Знаю, знаю. Друзья, это те, кому можно забраться под крыло. Вот. Ладно, ладно, давай дружить. Не умирать же от холода. Пустите, я первая. Нет, я. Пустите. Я. Нет, я. Нет, я. Нет, я. Когда хотят дружить, не ссорятся. Уберитесь. А то не пусти под крыло. Смирись, смирись, смирись. И больше не грызись. Холодно. Берлогу мою охотники разорили, а сам я едва ноги унес. До весны еще далеко, как мне бедному нелегко. Кошмар! Такой большой, такой бедный. Возьмем его к себе. Возьмем, возьмем. Не дадим умереть. Тепло. Хорошо, что у меня столько друзей. Сразу тепло стало.